Привет, друзья, с вами Ваймс, и это Кронос Before the Ashes, и это игра от разработчиков Remnant, который мне не нравится. Была эксклюзивом Oculus несколько лет, который мне, наверное, тоже не нравится, но на самом деле пофиг. И у нее типа 30% положительных отзывов в Steam. Так что... наслаждаемся. Идеальное добивание. Ей там нормально висеть? Не, ну висеть-то нормально, но, по-моему, волосы не так работают. Ну, может, я что-то не понимаю. Мне нравится, что кнопка А — это не продолжить или дальше, а ок. На самом деле, это не кнопка А, это целое предложение, что, типа, дерево тебе говорит что-то, а ты ему так, а ок. Инвентарь. Хороший инвентарь. Окей. Нажмите X. Не, ну я нажал. Идеально. Блин, почему анимация респауна такая? Козлище с дуалвилдом дудок. А это козлище без дуалвилда дудок. Вот это вот то, чего не хватало в третьем дарте. Помните, там были статуи зенитчиков с базуками? А еще статуи зенитчиков, которые удивленно смотрят на свои руки, в которых нет базуки. Вот там не хватало возможности найти где-нибудь базуку и вставить им в руки, чтобы там что-нибудь открылось. За это я бы третьему дарку очень многое простил. Окей. Может быть, мне нужно запомнить, как выглядит эта маска. Или что-нибудь такое. Маска с кольцами. Большими, а ниже мелкими. Сам чувак в косплее Билайна. Рогатая Билайн-гусеница, все просто. Угу. Почему никто не остановил сценариста? Ок. А. Пока. Ок. Ну вот, рипка зла вайфу. Или что-то типа того. По-моему, у нее эта паука была больше, не? Хороший чувак. Окей. Спасибо за сообщение. Это именно то, что я хотел узнать. Я двигаю чувака. А можно... не делать так? Блин, я не понимаю, это так. От нее вообще можно увернуться?
Отлично. Я не уверен, что я хочу возвращаться в это место. Хрень, дай мне хилку выпить. И убить себя в идеале. Себя в смысле тебя, а не меня. Не мне убить себя, а ты дай мне убить. Ладно. Есть ли у меня более быстрое что-то? Чем я мог бы пользоваться? Класс. Тут есть этот чувак. Чувак, не делай этого. Ну, не быстрее, потому что тут есть этот чувак. Ясно. Во. Чувак, он обиделся? Или что? Нет. Можно бесконечно слушать эти звуки. Особенно, когда он чарджится. Окей. Шмот аристократки. Нашли принцессу. Принцесса была мимиком. Изи. Ладно. Почему не ухо без кожи? У него нет уха. Он без ухи и без кожи. Нет. Окей, так звучит даже лучше. Лучшие мимики. Этого не стоило на самом деле. А, нет, только не эта атака. Чувак, почему ты наверху? Перестань. Хорошо у меня хп. Я могу посмотреть конкретно? 2,2 из 130. Тут бывает дробный хп. Что? Почему? На самом деле, с этой религией это Skyrim. Посреди боя взял, булочку сожрал. Нет, я не хотел еще одну хилку есть.
я не там, чувак. Что ты, блин, делаешь? Окей. Ну ладно. Почему нет? Мне бы деньги потратить, не так. Блин. Канарти, спасибо за 100 рублей. А почему ты не играешь в MMORPG? Интересует твое развернутое мнение насчет этого и в целом в этом жанре. Спасибо. Я немножко играл в несколько разных. Совсем-совсем чуть-чуть WoW просто пробовал, можно сказать, и в Ragnarok. Довольно много в Еву. И какое-то время в Guild Wars. Но, в принципе, по большей части мне больше нравятся сингловые игры. Как бы мне не особенно... Как это сказать? Мне не особенно интересна социальная сторона ММОшек. Всякие там гильдии, кланы и прочий подобный трэш. А соло там обычно делать абсолютно нечего. С какой-нибудь пати друзей там втроем, вчетвером пойти адекватно до эндгейма и до того, когда нужно идти во всякие там рейды, данжи и все тому подобное, потому что в рейды, данжи и все там подобное нужно обычно больше народу, чем у меня есть друзей. Ну и в целом, по большей части в MMORPG довольно убогая боевка. Довольно убогие квесты. И довольно убогое все остальное. Так что там как бы суть в мультиплеере и социалке, и это совершенно не то, что мне интересно. Ловушка. Ок. Чувак, смотри, какая ловушка. Ну, это не то, что я ожидал. Я почему-то думал, что ловушка слева будет. А. Ха. Класс. Идеальнее было бы только, если бы он меня убил этим. Окей. Повышает здоровье. То есть это хилка? Это макс хп? Выносливость становится быстрее. Да. Улучшить. И нужно 3 скиллпоинта на следующий левел. Видимо, да. Ну или нет, нужно 4, но у меня 3. Макс хп тоже не помешает. У меня все еще 9 пока. Или типа... Возможно, я нашел баг. А если еще раз медитацию, у меня снова 9 будет? Ай. Возможно, я нашел баг. Чувак, не отходи, когда тебя бьют. Я не хотел переходить на другую локацию. Верните меня. Я хотел всего лишь перекатиться от противника. Аноним, спасибо еще за 50 рублей. Если бы у тебя был выбор, нормальный чат или нормальный код в МХ, почему ты бы выбрал Декимакру с Рудольфом фон Штрахаймом? Может, тебе задонатить на Декимакру? Хм.
Не, ну Штрахайм явно лучше, чем чат. И тем более, чем кот. Ок. А как мне туда попасть? Не через всю карту. Возможно, мне стоит пойти не туда, а в какие-то другие стороны и пооткрывать шорткаты? Я начал говорить пооткрывать Штрахайм, но потом понял, что что-то не так. Ну... По крайней мере, я знаю, как бежать к боссу. А пойдет ли этот чувак за мной в босс-рум? Потому что это было бы не очень хорошо. И он, видимо, пойдет. Нет, чувак не делал этого. Идеальная заставка. Ну вот, а из нее пушка не дропнулась. Как так? Странно. Я как-то чуть забаговался в воротах. Я не уверен, почему. А, аноним, спасибо еще за 100 рублей. Не поверишь, что я придумал. Если считаешь свой чат неадекватным, то можно игнорить 99% сообщений. А если серьезно, из-за твоего чата я игнорю 99% стрима и потом смотрю его на записи, помоги. Ну я даже не знаю. Бан ведь не мешает читать чат. Так что даже так помочь не могу. Вообще, я могу, наверное, что-нибудь сделать, типа отключить чат на стриме или что-нибудь такое. Бан для всех поможет, кстати, да, действительно. Допустим. А, так, я пропустил донат 14 минут назад. Фуфавари, спасибо за 37 рублей. А, все, что случилось между нами, напоминает о войне, землетрясении, цунами. Ну, мозг мой на иной волне. Короче, стихия, в жопу. Вроде ТСО все дела, но где тут босс из Bloodborne? Какой босс из Bloodborne, что? Пару? Надеюсь, в Bloodborne. И не вылезет оттуда. А, это не то, что я хотел. Нет. Можно? Они будут получать урон. Уже бы пушка. Фига. Уже бы артиллерия. Вот это я понимаю, боевая жаба. Кабан, за что? Так, а вторая атака с жуком, это просто... это прыжок. Который седлает хорошо или что? Ладно. Насколько amazing из 10 ты оценишь демку? Я думаю, amazing